Даниил Самсонов. Дань, поздравляю, ты выиграл первенство России. Это уже второй сезон, когда ты выигрываешь, становишься чемпионом юниорского чемпионата страны, да? Вот с какими эмоциями ты выходил на старт перед этим турниром? Потому что в прошлом году не отбирался на чемпионат мира среди юниоров. В этом году этот вопрос как бы стоял на кону. Ну, спасибо за поздравления. Конечно же, я настраивалась на этот старт, немножко думая о чемпионате мира, потому что очень хотела туда попасть, потому что мне очень понравилось выступать на международных соревнованиях, на этапах гран-при. Мне очень хотелось снова выступить на международной арене. Ну, конечно, на старт с холодной головой, также выходил на лед, старался просто показать свое чистое катание, доказать всем, что ну, я достоин представлять свою страну на чемпионате мира. Не все у тебя получалось на тренировках и здесь, и на последних стартах не были прокаты чистыми. Вот как ты настраивался на то, чтобы вот максимально все сделать так, как делаешь наверняка на тренировках? Я старался не думать о том, что у меня там на каких-то стартах что-то не получалось. Правильно. Старался просто идти как на тренировках, вот, запомнить те ощущения, которые я делаю, и постараться просто так же прыгнуть все и сделать все красиво. Что-то изменилось между этими двумя стартами, стартом в Перми и стартом в Саранске? Понятно, что ты за год поумнел, вырос и по-другому стал ко всему относиться, но вот для тебя по восприятию? Ну, конечно, начало сезона было достаточно тяжелое, потому что первый раз выходил на международные соревнования, на этапы гран-при, и как-то уже по голове по-другому готовился. Старался просто, ну, как на своих, на российских соревнованиях, не все получалось, наверное, потому что было очень высокое волнение, потому что первый раз, еще раз повторяю, но я стараюсь просто на каждый старт выполнить свою задачу, прокатать чистую программу. На чемпионате мира среди юниоров в программе будете делать все то, что вот показывали сейчас, но надо этого сделать так, чтобы, так сказать, от зубов отлетало, или будут какие-то там возможные варианты? Ну, не знаю, мы будем смотреть по ситуации ближе уже к чемпионату, так как мы здесь... Времени-то не так много, кстати. Мы здесь тоже перед первенством России тоже думали еще в последний день, что мы будем прыгать, потому что, ну, я убрал лосу вот на этом соревновании, но показал сальхов, который еще ни разу не показывал, поэтому мы стараемся работать над всеми четверными, но... Два акселя я точно планирую оставлять, а по четверным посмотрим. Какие ощущения после исполнения впервые четверного сальхова? Ну, очень рад, конечно, была небольшая ошибка, но я его первый раз вывозила, и я считаю, что допустимая пока ошибка. Ну, а главное устранять эту ошибку и не позволять себе дальше это делать, стараться все красиво делать, чтобы были большие плюсы, и за счет плюсов можно много баллов набрать. Ну и главное показывать, что ты все время движешься вперед, что-то новое учишь, это тоже, мне кажется, очень важно. Конечно. Дань, поздравляем тебя еще раз, желаем тебе успехов, ты большой молодец и умница, и думаю, чтобы у тебя все в будущем получилось так держать. Спасибо. Спасибо тебе большое.